Здравствуйте, уважаемые зрители. Многие не держат коров потому, что корма дорогие. Или случают каждый год по принципу, чтобы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. А иначе, мол, будет зря переводить дорогие корма. Но корова может быть абсолютно бесплатной. Чтобы не тратиться на корма, надо иметь хотя бы 50 соток огорода и навес для сена. Многие жалуются, тяжело косить сено в посадках. И не надо косить в посадках, сажайте в огороде. Читаем Википедию. Люцерна. Полезный корм. Популярная многолетняя кормовая культура. Кормовая ценность этой бобовой травы очень высокая. В одном килограмме люцерного сена содержится 0,48 кормовых единиц. Это сравнивает с сухим зерном овса. И 103 грамма перевариваемого протеина. Для сравнения. Пшеница 1,06 кормовых единиц, то есть в два раза больше, но белка столько же. Мы посадили люцерну 25 соток, и она выросла на второй год высотой 1 метр и густая, как стена. А на третий год перемешка с пырьем, то есть злаково-бобовое сено. Соседи сказали, что лучшего сена они не видели. Правда, эта часть огорода слегка затоплялась весной. В селе люцерну не сажали. Сажали ячмень на зерно. И сельсовет выделял сенокосы, но там росла низкорослая овсяница и горькие травы. Сено люцерны с 25 соток хватит для коровы с головой. Если кормить люцерновым сеном волю, молоко будет жирное, густое, как от комбикорма. Соседи выращивали еще свеклу размером с ведро, поливали молоковозом. А я без полива вырастила тонну моркови, сеяла в феврале, но она быстро сгнила. У нас корова не доедала, потому что еще была тёлка, лошадь ни разу не втягавшаяся, две козы с козлятами, полный двор птицы. Муж говорил, надо завести еще свиней, и будет как у барбарив, это соседи. А надо держать только корову, можно еще козу. Даже куры не нужны. Молоко прекрасно в селе меняется на яйца. Кур держат почти все, а коров не меняются. Но вы, наверное, знаете, что свежую люцерну надо привялить, чтобы корову или козу не раздуло. Наша однажды раздула от секольной ботвы, но выжила. И не все знают, что если нет возможности смолоть зерно, то его надо замочить на 12 часов, чтобы разбухло для лучшей усвояемости. Я видела, как один хозяин давал козе сухую кукурузу. Как бедная коза зубы не поломала. Я держала хозяйство только 3 или 4 года. Но не помню. Но потом поссорилась с мужем, переехала к маме в ПГТ, потом в город. Коровы долго снились. Мужа сдал любимую корову на мясо. Новая молодая жена сказала, что она тугая. Сейчас есть возможность купить хату в селе. Но сын говорит, что коза не стоит платы за газ, да и ворует. Работы в селе нет, особенно зимой, а милиция абсолютно бездействует. Все, спасибо за внимание. Желаю здоровья вам и вашим коровкам или козочкам. Прошу написать, что вы думаете об этом. Корова как бесплатное животное и чистая выгода.
Но они все на комментарии взаимщиков типа «Суперкласс, спасибо за видео, приглашаем на чаю, я не отвечаю». По крайней мере, посмотрим. Пока.